В Министерстве экономического развития Самарской области для улучшения инвестиционного климата региона прошла трехсторонняя встреча с участием представителей Роспотребнадзора и бизнес-сообщества. Мы сегодня общаемся с предпринимательским сообществом на тему оптимизации и улучшения взаимоотношений в плане давления на бизнес, как существенно облегчить в этом плане жизнь предпринимателей. Напомним, что на федеральном уровне введен мораторий на проверки бизнеса до конца следующего года. С 1 апреля установлен запрет на проведение плановых инспекций малого и среднего бизнеса, за исключением связанных с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан. Сейчас у нас на самом деле власть спрашивает хотя бы только потому, что у них есть свои KPI федеральные, им необходимо держаться в рейтинге и подниматься. Именно поэтому ежегодно оценивается индекс административного давления, потому что если мы будем снижаться, это отразится на всей области в целом. Поэтому власти сейчас, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы наладить диалог с бизнесом. Роспотребнадзор, в свою очередь, старается применять менее жесткие наказания для предпринимателей, нарушающих установленные нормы. Но это не значит, что санкции отсутствуют. Исходя из общих мер, которые предпринимаются для смягчения соответствующих административных процедур и мер административного наказания, в управлении постоянно используется при рассмотрении материалов дел административных правонарушений в случае наличия основания к применению предупреждения вместо соответствующей статьи со штрафом. При этом все решения по уменьшению административного давления на бизнес должны в равной мере учитывать интересы всех сторон и соответствовать современным принципам осуществления надзора.